Uy, sí, ya sirve. Ya están, ya. Сейчас, да, вы сидели ровно, сейчас, да. Сейчас медитация как бы на четыре движения, да. Вот. Тоже стоим на месте. Я стою три дыхания, да. Я стою три дыхания. Сейчас будем добавить слово «я буду ходить». Буду ходить. Буду ходить. Три дыхания. Вдох, выдох, я стою. Да? Вдох, выдох, я стою. А потом вдох, выдох, буду ходить. Вдох, выдох, буду ходить. Вдох, выдох, буду ходить. А потом начинаем ходить. Да? Четыре движения. Вот видите? Раз. Да? Поднимаем только стопу. Да? Стопу. Два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Угу. Сейчас перед тем ходить, да? На носках стоим, да? На носках. Потом сухожилия. Собираем сиденье, пожалуйста. Руки поставьте, да, сюда. Встаньте, пожалуйста, налево, направо. Сюда еще свободно. Или оттуда. Ирина Николаевна, не смотрите на меня. Вы так на меня смотрите, если я скажу, кто сотрудник, вы будете в шоке. Понимаете? Которые напротив вас, кто сотрудник, угадайте. Сотрудник МФЗ. Да. Вы идите туда. Там сейчас темно, они не видят. Хорошо, встаньте, пожалуйста. Начинаем. Да, я стою. Глаза посмотрите вперед. Полтора метра от себя. Если голова крутится, после медитации сидя бывает голова крутится. Просто встаньте на месте, да, и я стою 5 минут как минимум. А потом начинаем ходить, да, а потом начинаем ходить. Или когда вы скажите слово, я стою, да, закройте глаза, я стою, я стою, я стою.
Когда мы скажем слово «я стою», вы должны смотреть ваше тело отсюда до ноги, да? А потом от ноги поднимает до головы. Хорошо? Каждый раз. Каждый раз. Так сделаем. Угу. Если 5 минут, так смотрите. Очень, очень внимательно.
Можно не повышать скорость, продолжать медитацию.
Сейчас мы сделаем перерыв, да. Сейчас 15:07, да. Поставьте сиденье, да, как вчера было, для мантры. Вот. После мантры будет. Я покажу, как сделать простирание, да. Простирание 108 раз. Душ принимать и еще раз. После душа медитируем и закончим сегодня. Я думаю, в районе 10 часов ровно мы закончим. В районе 9 часов, да, мы медитируем. Сейчас, сейчас поклон. На колено. Анчали ваннана апивада. Анчали ваннана апивада. Анчали ваннана апивада. Ваннана анчали. Сейчас, в принципе, можно поставить сиденье в свободу. Для мантры. Собираем сиденье.